Друзья, всем привет. Так, где это я? Где это я очутился? Я на каком-то квадрате. И здесь 4... На 4 тут 16 квадратов. И, мамочки, как мы здесь очутились? И что здесь вообще у нас происходит? Какой-то водоворот. Вау! Это что такое было? Это же был, как его, щупальцами кракен. Что тут вообще происходит? Какой-то апокалипсис там. Что-то все взрывается. Мамочки, так это же вулкан там. Вау, 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 я туда не хочу к нему. Тихо, что-то рядом упала бомба. Ну-ка, заткните его кто-нибудь пробкой, эту штуку. Что она там плюется оплюхами своими? Опять кракен, ёлы-палы, что здесь происходит? Короче, я так понял, нам здесь нужно выживать. Будем выживать на этих проклятых островах. Иначе их никак не назвать. Это проклятые острова, нам нужно выжить. Так, друзья, давайте куда-нибудь переберемся вот сюда. Ой, а что такое тут? Что-то ноги валялись. Ой, чувачок стоит, у него жизни уже мало. Так. Чего только сюда бы. Хочу, чтобы это место было безопасное. Давайте безопасное. Безопасное мне место. Сейчас кракен как бы сожрал бы что-нибудь другое. Вау! Страшно. Он рядом был. Своими щупальцами чуть не по загривку ему стучал. Так. Я хочу перебраться вот вообще вот сюда. Давайте побежали вот сюда. И вот сюда. В центр нужно в серединку. Все, здесь попробуем. Здесь попробуем жить. Я верю. Здесь безопасно. Но это не точно, как говорится. О, там где-то еще горит, смотрите, мамочки. Там все загорелось, загорелось. Ну-ка, только не сюда, пожалуйста. Только не сюда, кракен. О, тут еще и клетка какая-то появилась. И какая-то мясорубка. Мамочки, тоже туда не хочу. Я же говорил, здесь будет безопасно. О, здесь какое-то что-то такое. Телепортатор, что ли. Так, ладно, давайте я, наверное, здесь и останусь. О, чувачок, здорово. Это мой подписчик. И привет отдельный. Так. Ну чё, как думаешь, безопасно здесь, небезопасно будет? А, я даже не знаю право слова. Ну, давай. Эники-бэники, ели вареники. Только не сюда. Вот он сожрал. Ой, что такое? Что это за квадрат черный? Ну-ка, давайте глянем. Давай, вода, убирайся. Водичка вниз, капанда вверх. Лобысь. Вау, да это ж батут. Ха, прикольно, точно батут, так и знал. Ю-ху-ху, будем прыгать. Так, ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там этот вулкан что-то разошелся опять, не на шутку, как бы только сюда бы он не плюнул свою плюху. О, это что такое, бомба какая-то там. Точно, или что это такое там. Так, я хочу перепрыгнуть сейчас теперь обратно туда, на свой любимый островок пойду вот сюда, все, есть. Так, будем тут теперь. О, это что такое, глаз, стекло. Наверное, тоже скользкое. Это у нас лед, а это стекло, короче. Ва-а-а! Не надо драться. Будем вместе выживать. Драться не надо. У него меч. Капец, у него меч, у меня ничего нету. У меня ничего нету. Я голый. Эй, кто меня кинул? Капец, меня столкнули. Вот моя головешка разлетелась. Вау, ну было весело, прикольно. Такой режим. Короче, давайте понаблюдаем, кто там выжил у нас. И, короче, осталось, я так понял, двое. Ну-ка, куда-то побежал. Чувачок побежал. Вау, кракен. Кракен сожрал, кстати, вулкан. Он даже вулканы жрет, что ли, оказывается? Обалдешки. Ладно, давайте попробуем еще разок. Фух, попытка номер два выжить. Так, я очутился вот здесь, почти что в серединке. Так. Ой, что-то все ко мне бегут. Сейчас опять мечей как выдадут, и всем будет... будет тяжело. Мамочки, чувак какой-то рассыпался, смотрите. Вон его внутренности по всему океану разнесло. Так, кракен сожрал. Опять у нас островок один. У нас осталось 15 штук их из 16. Так. Нет, я пока здесь останусь. Я потом буду перебираться, знаете, куда? Вот, наверное, вот на эту пойдем. Или вот на эту. А может быть, вот сюда. Вот к этому чувачку. Нет, здесь уже сожрали одного. Значит, могут еще раз сожрать. Ничего себе, рядом был. Капец, какой он страшный, а. Пальцами-то своими он нахлобучивает. Что опять случилось? Как я рассыпался? Кто меня убил? А, наверное, опять что ли этот? А, меня, короче, забомбило этим вот офигенским вулканом. Короче, он выплюнул свою плюху, и мне прям по башке, видимо, прилетело. Больше я даже не видел. Кто-то меня там... Больше некому было меня убивать, наверное, да? Наверное, эта штука меня убила. Ладно, я еще буду пробовать. Так, у нас очередная попытка выжить на этих проклятых островах.
Проклятые острова. Так, я тут с краешку появился. Я что-то не хочу с краешку. Я хочу куда-нибудь в центр, в серединку. Иху! Нифига себе, я прям на батуте сразу появился. Батут тоже прикольно. Так, прыгалка, прыгалка, скакалка. Я хочу вот сюда сейчас по диагонали. Побежали, побежали, побежали. Гоу, 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 гоу. О, пишет привет. Тебе тоже привет. Давай напишем хай. Хай, пока у нас есть время. Хай, 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 хай. Всем привет. Всем здоровенько. Всем желаю удачи выжить на этих проклятых островах. Только не кракен, только не кракен. Ой, мамочки, вон он. Ждракает. Вау, 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 вау. Нет, нет, пукан охота подгорает. Нет, нет, только не сюда. Быстро, быстро, вода, убегай. Есть, быстро, быстро, быстро. Я успел, ноги снес свои. Все, убегайте, убегайте оттуда. Так, так, так. О, что такое, портал какой-то? Это ты не понял. Какая-то штука-дрюка. Блин, только краки, только не сюда. Я невкусный, меня не жри. Я невкусный капан, да. Не надо медведей жрать. С ними надо играть. Ой, вот он. О, он кого-то захавал. Нет, девочка спаслась, молодец. Она выпрыгнула прямо из его лап. Хорошо, что там батут был. Так, я хочу сейчас обратно вот сюда. Где-то нужно где-то посередке быть. Только не давайте нам драться между собой. Мы не хотим драться, мы хотим выживать. Не надо нас в бане сталкивать. Так, 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 где кракен? Где он появится? Где, 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 где? Где, интересно, только не сюда. Фу, о, вон он. Повезло, там никого не было. Тут опять мясорубка эта появилась. Мясорубка, глаз это стекло. Понятно, здесь ребята все стоят. Фу, вроде нормуль. Так, они все убежали, а я здесь останусь. У меня будет хитрый ход конем. О, ко мне чувачок бежит. Здорово, друг, будем вместе выживать. Только, не, только драться не будем, да? Чувак в шапке. А, чувачок в шапке. Вон они всем там. Вау, было рядом. Но мы выжили. Мы пока живые еще. Так, а сколько людей-то у нас осталось? А, еще много. Вот красный это, короче, кто выбыл, а зеленые еще живые. Я пока живой, это самое главное. Я буду пока тут стоять, мне здесь нравится. Я тут уже местечко себе пригрел. Траву все тут потоптал, смотрите, она вся затоптанная, все нормуль. Я здесь лежал, спал, кувыркался и игрался. Все нормуль и какули, теперь пускай здесь так и будет. Я буду здесь пока сидеть. Ну-ка, 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 ну-ка. Кракен, мамочки, рядом было. Бомба рядом упала, еще маленько бы и он меня бы захавал. Но нет, я так просто не дамся. Так, 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 так. Таки-таки расколбаки, как говорится. Ну что, здесь опять будем стоять или куда пойдем? Нет, я буду здесь стоять, это мой островок. Самое главное, чтобы было, если что, рядом, куда можно было телепортнуться. Быстренько свои ножки в попец свой переместить. Я пока здесь буду. Интересно, хорошая тактика, нет? Ва, нет, не хорошая тактика, очень рядом вулкан. Сейчас опять эта штука мне по башке припадет. Так, 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 нужно уворачиваться и либо убегать. Вот она плюется, мне не нравится, как она плюется. Ну-ка, давайте сюда, ребята. Правильно, правильно, подальше от этого вулкана. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Интересно, она если падает на твой островок, сразу ты помираешь? Либо можно от нее все-таки как-то увернуться попробовать? Кракен сожрет сейчас стекло. Кракен сожрал стекло. Так, все, вулкан у нас ушел. Я хочу обратно на свой любимый островок. Давайте назад, 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 туда, ребята. Так, у нас сколько выживших осталось? Раз, два, три, четыре, пять штук. Пять штук, ребята, держитесь, мы должны выжить. Мы должны постараться выжить. Так, ну что, что у нас следующее будет? Ва, опять он жрет стекло, или что-то, лед, лед или стекло он там сожрал. А здесь еще и эта штука крутится. Еще и стеклянная, там прыгать, по-моему, нельзя. Мамочки, страшно, нет? Все побежали туда, я здесь останусь. А может быть они правильно сделали, что сбежали? Вдруг он сейчас меня сожрет, а? Сожрет, не сожрет, сожрет, не сожрет, не знаю. Давайте глянем. Ой, блин, что-то как-то очково маленечко мне. Страшно, только не сюда, пожалуйста, только не сюда. Ой, 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 а что это такое, у меня картошка? Мне, наверное, надо передать. Мамочки, она сейчас взорвется. Я сейчас побегу передавать ее. Все, я картошку ему отдал и текаю. Ой, мама, я его взорвал. Короче, надо было картошку передать. Ой, чувак, извини, я тебе это, маленечко, как говорится, утку подложил. Картошку на голову поставил. Блин, а у нас еще одну сожрали остров. И осталось тут два возле меня. Тут два. И вот этот вот стеклянный. Стеклянный это очень плохо. Он там потрескается, да? Ну что, мой любимый островок с моей примятой травкой. Здесь остаемся. Пока здесь стою. Ой, что-то страшно. Страшно. Опять бомба, нет! Капец, а как мне, кому передать-то? Я не успею добежать. А я не успею добежать. Побежали. Ну-ка, быстро Z прожимаем. И... Взорвались. Почти бы я был рядом, очень рядом, но картошка меня подвела. Картошка взорвалась у меня прямо в руках. Ну, что поделаешь. Но было весело. О, так я на первом месте, что ли? Я же взорвался. Ага, мы же...
кем-то вдвоем взорвались, 4.49 продержались, офигеть. Я на первом месте, получается, все-таки я победил, да? Но я помер почему-то, я все равно помер. О, смотрите, я там танцую на первом месте, обалдешки. Но было прикольно, я хочу еще раз попробовать, давайте попробуем еще разок. Я взял первое место, но все-таки умер. Как говорится, награда нашла своего героя. У него бомба, мамочки, разбегайтесь от него. У него картоха. Картоха в руках. Картоха в руках. Ну-ка. Текаем. Текаем, ребята. Текаем. У него картоха. Он сейчас начнет ее передавать. Нет. Меня не надо. Ой, нет. Только не сюда. Кто-то взорвался прям с ней. А я здесь. Я хитренький, да. Я сбежал. Мы у него... Это... Нет! Нет. Тихо. О, я живой. Я тут стою рядом и живой. Мамочки, тихо. Тихо. Я даже не знал, что можно тут с вулканом выжить. Друг, давай мы не будем с тобой ругаться. Ты поплюйся только в ту сторону, пожалуйста. Меня не плюй, нет! Он мне не друг, короче. Все, я с тобой не дружу. О, смотрите, мы колбасимся там. У-ху! Танцульки. Танцульки-караульки. Что-то мне кажется, какая-то там голова большая, нет? Или такая должна быть голова? Мне кажется, здесь у меня нормальная голова, а там какая-то большая. Наверное, так и должно быть. Так, я хочу попробовать еще разок выжить. Тут нас что-то быстро забомбили. Забомбил наш тот любимый наш вулкан. Ладно, глянем еще. А ну что там, у нас очередная попытка выжить на этом острове. На одном из этих островов. Так, я хочу куда-нибудь в серединку. Сбоку лучше не стоять. Мне так кажется, сбоку надо где-то в центре тусить, чтобы можно было куда-то убежать. Сбоку невыгодно. Я так подумал, поразмыслил и понял, пришел к этой офигенской мысли. Нужно где-то в центре тусить. Ну, в принципе, конечно, это логично. Видите, сбоку всегда... Ну, не всегда, но частенько сбоку пропадают острова. Это очень печально. Воу, народу столько много. Так, все пока живы. Все живы-здоровы, все в добром здравии. Всех рад видеть, это хорошо. Конечно, я хотел бы, чтобы все выжили. Было бы прикольно. Но, наверное, будет это вообще тяжело. Это просто нереально. Вот, опять с краю сожрали. Мамочки, страшно. Ой, вулкан, надо отсюда, короче, текать. Вулкан плюется, бегом. Наверное, вот здесь я. Облюбую-ка я вот это местечко, здесь я буду. Здесь я буду тусить. Самое главное только увернуться, если вот эта штука пролетит по башке нам. Огненный шар, когда на голову падает, маленечко не особо. Это приятно, конечно. Конечно, после, особенно после этого бывает умираешь еще. И сразу же, вау, туда отправляешься, в лобби. Все, вулкан ушел, вот хорошо, так у нас здесь глаз, о, он уже потресканный, смотрите, там стеклышко потресканное, туда лучше не прыгать. Так, только не сюда, пожалуйста, краки не жди меня, я не вкусный, нет, где он? Где эти щупальца? Так, сейчас он выпрыгнет, ждем, вау, рядышком было, страшно-то как, но ничего, держимся. Так, давайте, может, куда-нибудь перебежим, либо вот сюда надо, я сейчас посмотрю, если тут все останутся. Я тиканул. Типа я тиканул. Я побежал, а потом хоп и назад. А, они тоже назад прибежали. Но половина там встала. Так, у нас уже четверо. Вау! Картошка! Мамочки, у нас картошка. Сейчас этому чуваку отдам. Нет, только не мне! Картоху не мне! Нет! Только не мне картошку! Нет! Он сейчас взорвется! Мамочки, он взорвался! Картошка его добила. Вот что бывает, если много есть картошки. Она просто тебя разрывает на части. Не, на самом деле я люблю картошку, но не в таких больших количествах, чтобы она тебя разрывала. Так. Нужно глянуть. Ой, мамочки, там опять этот вулкан. Вулкан, только не плюй в меня. Мы здесь сидим, нормально стоим, никого не трогаем. Не надо на нас. Так, побежали, я хочу на свой любимый островок вот сюда. Нет, туда не побежим, потому что там очень далеко потом куда-то перебегать. А отсюда мы сможем и сюда еще что-то перебежать, и сюда сможем перебежать. Самое главное, чтобы кракен нас тут не сожрал. Вон он там живет, мамочки. А что это за клетка? Клетка-то получается, с нее вылезти нельзя. Я еще пока в клетке не был ни разу. И особо желанием не горю там появляться. Клетка нам тоже не нужна. Ну что, здесь останемся или куда побежим? Давайте, типа мы побежали, а на самом деле назад. А, они тоже назад все прибежали. Прикольно. Ну что, стоим, только не на голове у меня стоим. Эй, черная пантера, не на голове. Ты мне прическу помнешь. Так, кракен. О, кракен клетку сожрал. Она же железная. Фу, он жрет все подряд, я смотрю. Вообще, и вулканы жрет, и клетки жрет. Какой-то он ненасытный. Он тоже, наверное, любит пождракать, прям как я. Так, ну что, где останемся здесь? Давайте, типа, побежали.
а на самом деле хоп, и обратно сюда. Все в куче, но, ребята, давайте будем держаться вместе. Главное только, чтобы... Спасибо, я говорю, держаться вместе, он меня взял и столкнул. Ну что за дела? Что за дела? Капец, я в печали и огорчен. Я недоволен, негодую. Но было все равно весело. Короче, клевый режим, ребята, мне понравилось. Надо будет на стримчанске, наверное, здесь поиграть. Правда, тут народу не так много появляется, всего получается 16 человек могут играть. Но было круто. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видосах. Всем пока-пока.